Лев Толстой. Вспоминать предков моих, отцов, дедов, прадедов, мне не только несовестно, но особенно радостно. Я готова подписаться под каждым словом своего прапрадеда. И вот еще. Как я ношу в себе все физические черты моих предков, так я ношу в себе всю ту работу мыслей моих предков. Я, пожалуй, работу мысли Льва Николаевича в себе не ношу. Меня часто спрашивают, Лев Николаевич Толстой, Алексей Константинович, Алексей Николаевич, это все одни толстые или разные? Или вот, например, Татьяна Никитична Толстая, она вам родственница? Да все мы между собой родственники. Василий Ключевский говорил, что все дворянские роды, возвысившиеся при Петре и Екатерине, выродились. Из них род Толстых – исключение. Он проявил особую живучесть. Действительно, по истории нашей семьи можно изучать историю России. Но Толстые никогда не поддавались обстоятельствам. Они всегда выбирали свой путь. Может быть, в этом и есть секрет живучести. А если уж говорить об общих семейных чертах, то это жизнелюбие, эмоциональность, и, как Лев Николаевич писал, некоторая дикость. Я изучаю историю своих предков, чтобы понимать, что для них было важно, как мне не оплошать на их фоне. Я расскажу вам о 8 представителях нашего огромного рода, людях весьма примечательных. Петр Андреевич Толстой, первый граф, начало 18 века. Мы все обычно от него считаем родство и поколение. Один из его потомков, Федор Иванович Толстой, по прозвищу Американец, известный своими очень экстравагантными поступками. Вот бравый военный генерал Астерман Толстой, потерявший руку в боях с Наполеоном. Это красный граф, писатель Алексей Николаевич Толстой. Многочисленная и разветвленная часть семейного дерева, в центре которой Лев Толстой. Ему суждено было стать вершиной рода, именно поэтому я не буду рассказывать о нем в череде других Толстых. Его единственная сестра Марья Николаевна. У Льва Николаевича было 13 детей, и младшая, Александра Львовна, была, несомненно, человеком выдающимся. Внуки. Софья Андреевна, младшая в замужестве Есенина, руководила музеем Толстого. Недавно директором Ясной Поляны работал мой любимый брат Владимир Ильич Толстой. И где-то там дальше, по этой же ветке, вот там и я.